Всем привет! Сегодня на обзоре у нас вот такие шлема Falcon. Вот, допустим, цена этого шлема, крутого шлема Integral, всего лишь 990 рублей. Да, это было, так скажем, шутливое вступление. На самом деле это вот такой детский шлем Integral. Бюджетной, так скажем, модификации, но вполне себе защищает голову ребенка, так скажем, минимальная защита. Все же, когда на голове что-то есть, это уже плюс, нежели ваш ребенок будет ездить совсем без шлема. Итак, сегодня на обзоре у нас бюджетные шлема серии Falcon, бренда, так скажем, Falcon. Данные шлема у нас представлены, как обычно, обязательно шлема есть Integral, кроссовые, есть открытые, ну, соответственно, включая и детские. Вот один из детских шлемов я вам уже показал. Сейчас посмотрим следующее. Итак, первая взрослая модель Integral. Кстати, вот шлема идут в таком чехле. То есть он у вас не будет царапаться. Удобен для переноски. То есть вынимаем шлем из коробки. И вот он в таком чехле. Далее из чехла мы извлекаем вот такого яркого цвета шлем. Так, код у него 315-37. Стоимость 1950 рублей, то есть до 2000 рублей. Напомню, это бюджетные шлема модели М, размер 57-58, размер моей головы 59, то есть он должен мне впритык. Да, вот он, в принципе, вполне нормально, он мне подходит. Вот так закрывается. Смотрим застежку. Застежка, конечно, не та, которая мне нравится. То есть это вот так вручную нужно продевать ремешок. Зато, так скажем, самый надежный. Простой и надежный. В принципе, набивка такая вполне мягкая, удобная. Здесь нет солнцезащитных очков, либо визора. То есть придется дополнительно как-то защищаться от солнечных лучей. Есть отверстия для вентиляции. Вот снизу и сверху. Вот вполне такой красивый и удобный шлем. Хотите шлем Integral за 1000 рублей? Он есть у меня. Крутого черного матового цвета. Стоимостью 1250 рублей. Код 29732. Крутой черный глянец. Стоимостью, повторяю, всего лишь 1250 рублей. 1000 рублей. И шлем Integral ваш. Здесь размер можно поменьше взять. То есть из-за того, что здесь набивка, так скажем, минималистическая, шлем все-таки нужно мне померить поплотнее. Вот. Смотрим. Изнутри самая простая набивка. То есть ничего тут сверхъестественного нет. Вообще никак не задумывались о удобстве. Защищает голову, и ладно. Посмотрите, какая застежка. Она тоже, конечно, супер. Все просто и невзрачно. Вот. А так, в принципе, смотрится круто. Размер L. То есть 59-60. В принципе, у меня 59 обхват головы, но он мне все равно великоват. Из-за того, что, ну, тут никакой нормальной
скорлупы нет. Взял размер поменьше. Код шлема 29728. Размер уже М. То есть 57-58 сантиметров. Модель примерно такая же, только видите, здесь уже глянец идет. А стоимость уже этого шлема еще дешевле. 1150 рублей. Меряем. Вот он уже садится мне поплотнее. Ну и чувствуется, что вот подбородок шлема очень близок к моему подбородку. Ну, конструкция шлема такая, дешевый бюджетный вариант. Набивка, в принципе, вся такая же. Сделана по бюджетной технологии, но все работает. Шлем защищает райдер. 1150 рублей. Код 315-26, стоимость 2450 рублей. Сразу бросается уже другой вид, более качественное изготовление, яркий, красивый. Размерность смотрим, 59-60, это размер L. Давайте посмотрим вовнутрь, то есть по сравнению с предыдущими шлемами, здесь уже внутренняя часть такая более приятная. Даже вот никаких посторонних запахов нет. Сейчас померяем. Да, вот отличие от предыдущих шлемов сразу ощущается, то есть голова, ну, попадает в какую-то естественную среду, то есть одновременно все облегает, как-то удобно себя чувствуешь, подбородок не на минимальном расстоянии к твоим губам, а все-таки, ну, так вот хорошо себя чувствуешь. Защелка, как я говорил уже, я очень люблю такие, то есть вот. Просто вставляете, хоп, причем можно регулировать, то есть так, так, подальше, вот. И потом одним движением пальца, хоп, все ослабляется. Очень удобная такая защелка, и крепкая она, кстати. Здесь также нет солнцезащитного визора, но везде есть отверстие для вентиляции. Вполне такой яркий. То есть, если посчитать, то здесь раз, два, три, четыре, пять цветов. То есть, все очень красиво, сочетаемо. Есть вот такое небольшое антикрыло. Напоминаю, стоимость этого шлема 2450 рублей. Вот, решил вам показать коробку, в которой продаются эти шлема. Здесь написано модель. Цвет, ну и соответственно вот бренд. Открываем коробку, достаем оттуда шлем. В чехле шлем, это у нас белый, размер L, код этого шлема 315-33. Стоимость 2650 рублей. Здесь также идет эта самая качественная застежка. Вот такой шлем с такой вот надписью Helmau. Код 24789. Стоимость 1400 рублей. А что это у нас? А это у нас, так скажем, уникальный шлем в своем роде. Видите? Визор. Так, сейчас. Визор. Еще визор. Двойной визор. То есть это, можно сказать, зимний вариант
шлема. Смотрите, это называется пелерина. Вот так она отстегивается. Хоп-хоп. Превращается в обычный шлем. Вот так скажем, в эти зимние дни шея аж тепло стало от этой пелерины. Ну да, и тут же двойной визор. Ну как. Я не знаю, как это будет работать. Но задумка прикольная. Напоследок. Модель. Код 33631. Шлем открытый. Стоимостью 1150 рублей. 1150 рублей. Штраф без езды, без шлема, напомню, 1500 рублей. Визор здесь крепится на винтах. Сейчас я не буду его устанавливать. Вот, в принципе, понятно, как он здесь крепится. Так вот устанавливается. То есть для езды на скутере, на таких вот простых мототранспортных средствах. Вот так он выглядит. Открытый, дышать свободно. Обзор вообще никак. Что ты в шлеме, что без шлема. Угол обзора абсолютный, ничего не перекрывает. Вот такого яркого красного цвета. Напомню, стоимость 1150 рублей. Будем заканчивать. Кроссовый шлем. Артикул 29739. Стоимость 2350 рублей. Детский кроссовый шлем. Вот такой борзый. Посмотрите, он матовый. Он вообще дерзкий. С надписью Helmo. Застежка вполне удобная. Металлическая. С таким вот стильным носом. Очень агрессивный дизайн. Мне очень понравилась эта модель. Напоследок я хотел бы сказать, то есть вот у бренда Falcon есть прям вполне уважающие себя модели шлемов. Но есть вполне такие бюджетные, так скажем, шлема, чисто, ну, для виду. Ну, как для виду? Для любительских покатушек все-таки хоть любая минимальная защита на вашей голове является большим плюсом. Вот и все. Сегодня мы познакомили вас со шлемами серии Falcon. Всем пока. До новых встреч!